первый областной форум «Энергия возможностей». Это уникальный проект для бизнесменов Ленинградской области. Его инициатором выступила организация «Опора России» при поддержке Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Предложение было сказано в начале этого года «Опора России». Решение было принято на региональном совете, поскольку было понятно, что сложившаяся экономическая ситуация требует от малого бизнеса мобилизации. И на одном из региональных советов мы приняли решение, что такое предложение от «Опоры России» должно прозвучать правительству Ленинградской области. Мы пришли с предложением, проработали концепцию, и, собственно, концепция легла в основу проведения данного форума. Тесно сотрудничая между собой, предприниматели, представители общественных организаций и правительства региона пришли к выводу, что в успешном ведении бизнеса необходим конструктивный и откровенный диалог. Именно для такого диалога участники и собрались на форуме в Киришах. Чтобы состоялся диалог, мы должны друг друга услышать, это раз. Второе, мы должны, не стесняясь, достаточно открыто и откровенно высказать друг другу свои, может быть, претензии, в то же время поговорить о взаимных проблемах, которые существуют. И самое главное, все-таки найти пути решения. Вот если у нас сегодня это все сложится, тогда можно будет сказать, что тот первый блин, а мы сегодня действительно впервые собираем такой съезд предпринимателей, он у нас будет удачным. Программа форума насыщенная. Пленарное заседание, круглые столы с участием руководителей крупнейших предприятий региона, представителей промышленной палаты и многих других организаций, взаимодействующих с предпринимателями. Круглые столы посвятили разным темам. На них рассказали о мерах государственной поддержки, поговорили о будущих перспективах развития малого и среднего бизнеса, рассказали о защите прав предпринимателей. Не оставили без внимания и сферу ЖКХ, агропромышленного комплекса, подняли темы приграничного бизнес-сотрудничества и туризма, а также взаимодействия малого бизнеса с крупными промышленными предприятиями. В Ленинградской области есть чем гордиться, есть что показать и, собственно говоря, интегрировать опыт, наш с вами опыт, в другие регионы страны. Татьяна Булатова из Соснового Бора приехала на форум не как предприниматель, а как представитель администрации. Она посетила круглый стол, посвященный туристической сфере. Татьяна каждый день работает с местными бизнесменами и помогает им получить государственные субсидии. Поэтому ей необходимо было посмотреть, как в области функционируют программы и какие из них предлагают специалисты ее сферы. Так же, как правительство пишет программы государственные, мы пишем свои программы муниципальные. И вот понять и посмотреть, куда двигаться нам в этом направлении, вот, наверное, кое-что я для себя все-таки поняла. Александр Лупека из Кировска выступил с докладом о проблемах развития индустриальных парков. Тема вызвала живой интерес у слушателей, и уже после выступления со многими удалось обменяться контактами. Мы добиваемся корректировки областного законодательства с тем, чтобы в большей мере могли получать поддержку не только такие крупные девелоперы, как сейчас, а малый и средний бизнес, который может, не дожидаясь этих крупных бизнесов, сам развивать территории. Это соответствовало бы и решению социальных задач, трудоустройства, и решению проблем бюджетов, но в первую очередь нужна поддержка региона. Одной из интересных площадок на форуме стало выступление участников первой бизнес-акселерации. Этот проект в новинку у Ленинградской области, но уже первые результаты впечатлили присутствующих. Не оставили равнодушным презентации и Александра Дрозденко. Глава региона предлагал сотрудничество прямо во время выступлений. Одно из таких сделано Алексею Круташенскому. Молодой бизнесмен занимается стереофотографией. Это набор открыток, эффект от которых можно получить, надев очки. Посмотрев его работы, Александр Дрозденко предложил ему создать серию интересных пейзажей для альбома о Ленинградской области. Несколько фотографий по Ленинградской области сделано в таком виде. И есть такое предложение, чтобы не постоянно кататься за очки, а вот некоторые вещи посмотреть. Проведение первого форума для предпринимателей показало, что диалог получился продуктивным. Многие уехали домой, имея в кармане не одну пару выгодных предложений. На сегодняшний день форум свои задачи, в общем-то, успешно начал выполнять. И общаясь уже со многими предпринимателями, можно сделать вывод, что действительно это был первый форум. И будет его продолжение в следующие
следующие периоды, в следующие годы. Ленинградская область является одним из передовых регионов в развитии малого и среднего бизнеса. Сейчас в этой нише трудятся около 30% жителей. Как отметил губернатор, этот показатель необходимо увеличивать, а подобную площадку нужно сделать ежегодной, о чем уже уверенно говорят ее организаторы и задумываются о привлечении бизнесменов из других регионов и даже представителей из зарубежных стран.